Как, дрючки-репчушки, с вами снова Эдисон, Джек и Игорь, и добро пожаловать в нашу новую серию «Скорострелы в Мэнсу». Здорово. Всем ку, дорогие друзья, ку всем. Да, ребята, всем привет. Вы знаете, что нужно делать, если вам понравилась эта рубрика. Если вы хотите продолжение, то прямо сейчас нужно влепить огромнейший палец вверх на эту серию. Кто поставил, молодец, кто не поставил, засранец и пипипунчик. Поэтому ставьте лайкусик, мы пошли. Пошли, пацаны. Я знаю, что ты ждал. Потопали, потопали, давайте. Что, пацаны, будем начинать? Да, давайте, что, пацаны? Давайте, пацаны, давайте. Поехали. Давайте, уже ищите. Так, я уже что-то нашел, А почему сундуки пустые? Я, конечно, понял, почему они пустые, да, Игорь? Кто пустые? Сундуки почему у меня пустые? Нормально, все нормально. Я надеюсь, что вы расставили там, где нужно, где я вообще достать смогу, потому что я половину пушек даже не нашел еще. У меня точно все можно. Все, у меня все. Достать-то у тебя можно, но у тебя два сундука уже пустых были. Ну ладно, это нормально. Достать все можно. Я понимаю, что это тактика. Ты меня поставил. А, вот еще. Засранец! В смысле, это как бы моя карта, алло. Нет, это моя. Так ты забрал, ты украл у меня оружие, да, как я понимаю? Ничего тебя не украл, я еще не успел ничего у тебя украть даже. Что происходит? Алло. Да иди ты в пень. Сюда иди, говно. Я не знаю, где ты спрятал эти два оружия, я их найти не могу. Так, камон. У меня такой вопросик, а ножик тут есть в этой игре? Есть, все есть, это все есть. Я уже нашел. А! Почему я его не нашел? Зато я пушки нашел, те, что мне нужны были. А, пошел сраку. Пацаны, вам хрень, вы понимаете, вам хрень. Ты уверен, Эдисон, ты уверен тут? Да! Ах ты собака! Так. Аккуратно работает спецназ. Слышь ты! Иди сюда, когда ты побежал, Эдисон, надо вылазить. Да я могу ножик найти! Где Игорь, сраный? Нашел. Игорь, тебе хрень. Выходи сюда! Две заразы. Эдисон, это ты? Я понял. А, патронов нету, я что-то стреляю! Пацаны, давайте мир, перемирие на секунду. Твою мать! Да, собака! О, Эдисон, тоже собака! Сам ты собака, алло! Я тебя даже не заметил! Я в засаде просто сидел. В засаде он сидел. Посмотри на него. В засаде, значит, да? В засаде. Я сейчас купаюсь там. Да. Да я перезаряжался, ну ё-моё. Да мне без разницы, ё-моё. Так. Жека Евген. Что такое? А где ты? Где ты лазишь? Это оскорбительно. Да я в паутине, это сразу десятый раз застрею! Ай, зашибись. Кабанчик, привет, кабанчик! Я тебя спас, Эдисон! Патроны! У меня тоже ни хрена нету! Собака! Ну все! Мы друг друга убили сейчас? Походу тебя. Вот это сейчас было. Да пацаны, перезаряжайся, меня, пожалуйста, не убивать. Ага, конечно. Это самый лучший момент, когда нужно убивать, по-моему. Так. Я где-то видел Игоря, он куда-то... Здорово, Эдисон. Здорово, Эдисон, здорово! Я Эдисон убил, хотя бил тебя, ты понимаешь? А ты эконом не стреляй просто. Он просто берет и поливает, наверное. Ох!
так не выражайся, пожалуйста, Игорь. Воу-воу-воу. А это что вообще за оружие? У меня такого нету. В смысле, есть? Это с глушаком, да. А, нет патронов! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Ты слышишь, Игорь, я тебя спас вообще-то, чё ты меня трогаешь? Я знаю, как ты меня спас, сейчас спас, а потом бы сам зарезал, конечно. А, патронов нет! Да иди в сраку, у меня патронов нету, Игорь, всё, я с тобой не буду общаться. Иди нахрен! Иди нахрен, Эдисон, спаси меня! Спас! Отлично! Спас! Всех спас! Не благодари, Жека! Патронов больше нет. Скорострелы, мы скорострелы, пацаны, понимаете? Поэтому нет патронов. Сам скорострел! Опа! Зарезал! Здорово! Так, подождите, я должен поискать патроны, у меня нет патронов. Мне кажется, ты бы не успел все израсходовать. Не израсходовал, у меня еще их много, просто не перезаряжался. Да нет патронов, что такое, говно! Срака вам! Как я за тобой долго бежал, перезаряжался, все было замечательно, был солнечный день, но сегодня сбежал. Да! Пройти нельзя. Лави, не надо, пацаны, в лаве. Не надо, я Игорь стрелять, надо. Игорь, давай ты вообще стрелять не будешь, окей? Я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал, да. Вот так. Где было? Откуда у тебя патроны на дробовик? Ой-ой-ой! Такой же, как и у вас, только у меня с глушаком. Пошел в жопу! Ааа, Жек, у меня патронов не было! Ой-ой! Игорь, ты иди. Да у меня нет вообще патронов! Ты стилер, я его резал, а ты его застрелил! Так, все, я так понял. Все, патронничком моим ГГшечки, патронничком. Давайте, пацаны, давайте теперь на ножах дуэль, давайте. Каких ножах? Я вас буду резать. И что это мне кинул какую-то... Да! Смоук, пацаны, смоук. Нашел патроны. У меня были. Да минус один! Да что? Так! Собака, Игорь! Так, мяч. А, нет, патрон, я застрял в паутине! Игорь, я застрял с этой паутине! Я там все. Все-таки еще патроны есть. Он, короче, под конец нашел патроны, которые я спрятал. Хорошо. Ой. Ах ты так вот, значит, да? Здорово! Здорово, Жека! Здорово. Темно. Ой, привет. Привет, говорит. Здорово. А ты задрал, сколько у тебя патронов? Объясни мне. Эдисон, ты специально дробовик на потом оставляешь? Все под контролем, да. Дробаш напоследок. Эдисон специально на потом, да, оставляет, чтобы... Когда все с ножиками, Эдисон с дробовиком. Ну не все с ножиками. Да задрал! А почему ты бессмертный? А, у вас еще реально патроны есть? У меня еще 2 патрона есть. Один. Я его буду... Хранить. Ай, все, хватит. Иди сюда, парень. Все, пацаны, у меня патронов нету. Ё-моё, дебилы.
И ты дебил, останьте. Я бой, Эдисон, они перемешаны за собой, давай, Эдисон. Да у меня еще патроны, если сгорит, у него нет, под... Ах, ты ж... А у меня написано, более 14. Более 14, нажимаю на... Ой, все. 15 из 15, ой. 0 из 14, а потом 15 из 15, понимаете, непонятно, как происходит. Эдисон, отстань. Эдисон, да. Что это? В смысле? Сколько он раз выстрелил из дробовика? Еще два патрона осталось, пацаны. Вот это я вообще точно не... Сейчас больше, чем надо! В смысле, мы столько же расставляли патронов друг другу! Может, ты кого-то скоммуниздил? Нет, не коммунизил я ничего. Ха! Лох! Я состилил! Ах так, значит, да? Так хочет меня бить! Ну что, Игорь? Ну что, пацаны? Все, давайте мир. Хорошо. У до сих пор есть патроны на дробовике, понимаешь? Все, это уже последние. Все, у меня уже больше ничего. Это последние были. У тебя есть еще патроны? Давайте по честному. Нет, у меня уже нет больше ничего. Ничего нет. На! Ой! Да где я? Жека! Игорь, минуту, у меня лагает! Подожди, у меня лагает! Игорь, ничего не делал, подожди, пожалуйста, секунду! Это отмазочки пошли! Да лагает, отвечаю! Да как это, сколько у тебя... Опа! Так, я себе брал! А, нет! Пацаны, я не... Много ошибся. А, даже так, значит, да? Все, последний патрон! Лох шар! А, нет! А у него еще патроны есть. У него еще патроны есть, Игорь, не бей меня! Пистолетик! Я нарезаю Жеку в капусту, значит, просто. А он, значит, меня с пистолетником убивает, значит. А теперь давай с тобой будем решать по-настоящему, как мужики. Давай. Да задрал. Ну вот просто нечестно, потому что ты мне сейчас в ногу выстрелил. Игорь, не мог я, у него 2 хп! Что такое? Я тебя убил, да, со стилем. Опа! Мишка, я работаю, пацаны! Да! Опа! Да, ты заколебал! Опа! Что вообще происходит? Жека нарезает. Фарш. Подождите, а тут можно левой кнопкой бить, да? А что левая кнопка делает? Мишо, гладит по головке. Да. А как она гладит по головке? Что-то не работает она вообще. Да все работает! Да хватит Джека за мной бегать! Да. Собака! Ай, блин! Я понял, все, я вышел чистый из воды. Все, пацаны, давайте хватит, мне кажется, все, хватит. Мир! Мир, Джека, мир! Мир! Успокойся, дебил! Успокойся! Все, не стреляйте, спасибо. Забирайте. Что там происходит? Да, да мы его кормим оружием его. Да. Короче. Давайте мы с вами будем заканчивать. И вы знаете, что нужно делать. Вот ты, если ты сейчас лайчик поставишь, лайкусик. Это будет новая серия. Много лайков, много серий. Да, Игорь, да, Жека? Да. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.